такой красивый? Кто такой красивый? Пылесос. Пылесос мой. Все съела. Пылесос. Пирожка, картошка моя. Кто такой красивый? А, играть хочешь? Играть хочешь? Ой, покажи, как ты играешь. Покажи всем, как ты играешь. Маленькая моя. Маленькая моя. Пирожка, картошка моя. Кусает, кусает. Вон твой заяц. Покажи, какая ты красивая. Ой, какой ты. Сильные зубки. А, все. Моя атаманка. Моя атаманка маленькая. Моя атаманка носится сегодня целый день по комнате. Это ты так радуешься? Это ты так радуешься, что я пришла? Да, атаманка моя. Красивая такая. Какая ты красивая, да? Вот такая ты у меня статная. Кого там увидела? Кого в зеркале увидела? А? Пирожка моя. Уж такие большие. Ты мой Стич. Ты мой Стич. Смешная такая. Ты в зеркало смотришь, да? Хорошая моя. Хорошая моя. Спит. Со своей мышкой. Воржака, это ж надо так спать. Тебе так удобно. Прикиньте, вот так вот взять и лечь. И голову так опрокинуть. Маленькая еще. Так, во-первых, всем бодрого утра по традиции. И у меня вопрос на миллион. Можно ли назвать меня пекарем, если я из этого пирожка хочу сделать что-то годное? Вот мне интересно просто. Не, ну ты, конечно, красивый, родной. Но тренер Каптер, мотиватор всех лет. Обнял. Так, судя по картинке, вроде как бы правильно все делает. Вот так вот? Вот так вот. Услышал тебя, родной? Не, ну задница, конечно, шо орех, я тебе говорю, просто вялый, правда, как хурма. Ну что ты смотришь на меня, а? Ну что ты смотришь на меня? Ушастая. А? Ушастая ты моя дрянь. А? Целоваться хочешь? Ну давай целуйся. Давай. Любишь, когда пузико тебе чешут, да? Любишь? Смотри, балдеет ты как. А, балдежница ты моя. Красивая какая. Прям инопланетянка, не настоящая. Не бывает таких красивых собак. Ну, не бывает. Ты человек, наверное, да? Смотри, какая. Иди ко мне. Иди ко мне. Ути моя. Ути моя девочка. Ути. А? Смотри, какая. Смотри, какая. А? А, пузико, все. Запрещенный прием. Балди, ай, ты че? Зверь какой. Что с тобой? Ты что-то кусаешься? Ребята, сейчас мы вам покажем запрещеночку, смотрите. О, смотри, подругу нашла себе, да? А в чем заключается запрещеночка, знаете? Смотрите на ее реакцию. Пошло танго просто. Como si fuera esta noche la última.